И куда это мы собрались, Иркутагин? Ну, Кэп, все, на завод устроился. Извините меня, деньги на донат нужны. Да не ссы ты, ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Броня «Авангард» и могучие пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. Статку растишь и раков всех гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, заводик подождет. Компания «Не так кнопка» представляет. Лайфхак от Иркутагина. Или как тонко настроить чувствительность мыши Warface. Братан, откуда ты узнал об этой фишке? Не поверишь, капитан очевидность, но случайно обнаружил, когда играл в ПВЕ. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги. С вами Иркутагин, капитан очевидность и лайфхак от Иркутагина. Как тонко настроить сенсу у Warface? И сдается мне, что абсолютное большинство игроков это не знает, потому что я никогда об этом нигде не слышал. И не исключено, что на массовую аудиторию я первый, кто это вещает. Да и, возможно, вообще первый человек, который нашел надежный способ эту сенсу тонко настроить. Лучше бы я был первым среди тех, кто начал майнить биток. Как мы знаем, в многочисленных Counter-Strike'ах, Valorant'ах, Call of Duty и тому подобное, сенса настраивается тонко. То есть, кроме стандартных цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 10, 100, имеются как минимум десятые. То есть, например, там 5.1, 7.2, там 8.9. Но, как мы знаем, в Warface этого нет. И многие игроки на это давно жаловались и просили разработчиков ввести. Но наши разработчики предпочитают постоянно переделывать интерфейсы, полигон и ломать звуки в игре. А тем временем, на самом деле, когда-то это в игру было внедрено. Не совсем идеально, не так уж и тонко, но было. И оказывается, у каждой чувствительности есть несколько делений. На медне, ребятки, я тут тестировал кое-что с помощью калькулятора, линейки. Я знаю, что это. Нет, не то, что ты подумал, придурок. В общем, тестировал и понял, что в каждой цифре есть деление, которое соответствует половине. То есть, например, 7.5, 8.5, 9.5 сенсу точно можно настроить. Но в целом я понял, что внутри каждой цифры есть деление, которое обладает повышенной немножко сенсой по отношению к классической стандартной. Есть примерно половина, есть примерно... будет 75 сотых до следующего числа. Если не поняли, не парьтесь, короче, сейчас все покажу наглядно. Для начала заходим в Warface. Знаю, это самое сложное. Переходим в PvE. Создаем закрытую комнату, снимаем галочку «Разрешить присоединение», дабы нам никто не мешал, и запускаемся. Имеют за душой не гроша, да. Хотя и земли богатые и плодородные. Да, есть такое. В отличие от колонизаторов прошлых лет, Blackwood даже не делают вид, что заботятся о людях, да, а просто высасывают все ресурсы до последней капли. Совершенно Пора верно. Положить этому конец. Ты не заколебался столько лет это говорить? Выходим, сука, так опасно прям. Хедшот, дабл килл, все, ну дабы они не мешали. Итак, друзья, что мы теперь делаем? Ну, собственно говоря, вот это у нас может быть ориентиром, да? При повороте на 360 градусов. Я думаю, тем игрокам, которые хотят настроить сенсу тонко, объяснять это не надо. Как замерить свою сенсу, чтобы потом понять, работает или не работает мой метод. Что мы делаем? Мы нажимаем Escape. То есть нам нужна вот эта менюшка. Не настройки, туда залазить не надо и противопоказано, а здесь, ну где у нас обычно люди багают звук. Ну, соответственно, багать мы будем не звук, мы будем тонко настраивать сенсу. Смотрим сюда внимательно. У нас здесь есть ползунок всем известный, но дело в том, что здесь он работает не так, как в настройках, только во время матча. Вы можете делать сенсу немножко выше, вот у нас уже 12, можем еще выше сделать, опа. Видели? У нас 3-4 внутри есть деления в каждой цифре. И вот все дело в том, что на самом деле эти деления работают. Они не работают в настройках. Кстати, если вы потом зайдете в настройки и сенсу хотя бы немного подвигаете, нажмете принять, все, у вас все слетит. То есть этот метод работает только во время матча. Но он работает. Вы можете просто зайти вот так на ПВЕшку, настроить себе желанную сенсу, вот, походить, посмотреть, лучше, хуже мышка ходит. И у вас не будет вот этого 11, 12, 13, 14, 15, там 7, 8, 9.
У вас будет примерно там, допустим, 7.25, 7.50, 7.75. То есть вы сможете настроить свою сенсу тонко. Не так, конечно, тонко, как это где-нибудь в Валоранте или в Counter-Strike, но намного тоньше в несколько раз, нежели в Warface. И этот метод действительно работает. Мною проверен. Сомнения у меня появились, дорогой друг. А это вообще законно? Да, капитан очевидности, это совершенно законно. Ничего противоправного в этом нет. Просто когда-то люди, которые изначально делали эту игру, хотели создать какую-то плюс-минус гибкую настройку. Но, возможно, из-за особенностей движка или каких-то еще косяков, они не смогли нормально создать десятые части, поэтому они решили не париться и вообще все убрали и оставили просто целые числа. Что не очень хорошо. Но, как мы видим, на самом деле настройка-то сохранилась. Главное настраивать ее через кнопку Escape во время матча. Ну, проще всего сделать это, конечно, на ПВЕ. И потом ни в коем случае не трогать настройку чувствительности мыши в настройках. Там их трогать точно не надо. Впрочем, если настройка вдруг каким-то причинам сбилась, ничего страшного, можно также во время матча или на ПВЕшке заново все настроить. Метод, конечно, не идеальный, и поставить какую-нибудь сенсу, допустим, 1272 не получится. Но это лучше, чем ничего. Лучше, чем родная настройка. Вначале я не хотел делать это видео, но Хаурс мне сказал, что: «Братан, да ты чё? Да до сих пор многие знакомые, даже кибершпроты, все пытаются с сенсой экспериментировать. Человек всегда пытается найти что-то идеальное для себя». И поэтому Паша мне сказал: «Ракутагин, ты давай либо делай, либо я твою идею ворую, делаю». Но я человек не жадный, вы же меня знаете. Я, сука, пошел первым делать. Вот такие дела. А нашим нынешним разработчикам предлагаю реализовать вот то, что имеется, только нормально в меню. Например, прописать окошечко и дать возможность людям настроить сенсу. Желательно хотя бы десятый, чтобы люди не парились вот так вот на ПВЕшке или не привыкали к чувствительности, которая, в общем-то, им не сильно нравится. А могли настроить нормально. Вот кто-то настроил там семерку ровно, кто-то 7.1, а кто-то 7.7. И будет всем счастье.